Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, пацаны, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня мы играем на Родина РП, первый сервачок. Не забывайте, пацаны, вводить мой ник при регистрации, он есть в описании. Вводите мой ник, качаясь до третьего уровня, я получаю 250 тысяч и 150 тысяч, пацаны, я даю вам. Поэтому заходите в описание, играйте вместе со мной на Родина РП, первый сервачок, и будет просто все заебись. Также, пацаны, ставьте лайки, если вы еще этого не сделали, потому что серия будет интересна. Так, пацаны, я знаю, как у вас выпросить лайки точно. Сейчас я вам покажу то, из-за чего вы точно поставите лайк. Пацаны, вот за эту малышку вы точно должны поставить лайк. За эту просто замечательную кошечку. Поэтому, пацаны, просто берите, ставьте лайк, потому что Китя хорошая. За Китю можно, пацаны, поставить лайк. Поэтому ставьте лайки, пацаны, и подписывайтесь на канал. Так, сегодня у нас будет рулеточка, будем крутить много золотых рулеточек, пацаны, поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал, потому что я уже очень хочу увидеть 16 тысяч на канале, пацаны, это будет реально очень круто. Итак, у меня есть донатик, пацаны, пишем /донаты, и у нас здесь есть почти 3000 доната. И сегодня мы покрутим около на 25-30 рулеток золотых. Пацаны, это мой единственный шанс подняться, потому что, как вы знаете, недавно я ходил в казино и слил там все деньги, и сейчас у меня денег абсолютно вообще нету, там 60 тысяч есть. И все, больше ничего нету. Поэтому сейчас покупаем рулетки, пацаны. Одна рулетка стоит 90 АЗ монет. Давайте я сейчас куплю рулеток, сколько смогу, и уже продолжим. Ну что ж, пацаны, я купил рулетки. У меня их теперь 26 золотых рулеток, пацаны. 26. Это достаточно много. У меня еще остался донат, но этот донат я оставлю лучше на всякий случай. Если я все-таки ничего не выбью, я хотя бы переведу этот донат в деньги. И в следующей серии мы пойдем в казино, пацаны. Крутить, пацаны, я рулетку буду под музыку. И я ускорю просто видео, потому что я думаю, комментировать каждую рулетку не будет никакого смысла. Поэтому сейчас просто, пацаны, вы будете смотреть рулетку в ускоренном виде под хорошую музыку. А потом уже после того, как я покручу, я вам уже все расскажу, выскажу свое мнение там и так далее. Надеюсь, все-таки мы поднимемся, пацаны. Пацаны, это просто пиздец. Я жестко поднялся. Я просто не ожидал, пацаны. Я просто не ожидал. Это просто жесть. Вы просто видели? Ну, вы не видели, короче, что в чате писала. Блять, просто смотрите, сейчас я вам покажу. Вы просто будете в шоке, пацаны. Я выбил две машины одинаковых. Это BMW M2. Короче, две бэхи я выбил. Две BMW M2 я выбил.
Потом, пацаны, я выбил 2 раза по 1 000 000 и 1 раз 5 000 000. И еще у меня на счету, видите, почти лям. Это просто пиздец, пацаны. Короче, пацаны, в итоге я, получается, поднял сколько? 1 000 000 на руках почти, 5 000 000 это 6, 7, 8. 8 000 000 деньгами, пацаны, поднял. 8 000 000 деньгами, еще много экспишек у меня тут, но я их потом заберу. И 2 машины. Мне просто интересно, сколько стоит BMW M2. Деньги еще сразу заберем. Это просто пиздец, пацаны. Я так жестко поднялся. Я просто в шоке, пацаны. Так, где тут инвентарь рулетки? Так, еще лям забираем. Это, я, пацаны, по-любому будете писать, что меня подкрутили. Я просто уверен, потому что я сам просто в шоке. Я первый раз так жестко в рулетке поднялся, пацаны. 5 лямов забираем. И кейсик появился, пацаны. Ай-я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 й. Так, пацаны, вот я приехал к автосалону, и здесь вот стоит это BMW M2, который я выбил, 2 штуки, пацаны. Так, сколько она стоит? 2 000 000, то есть по 1 000 000. Если их слить в ГОС, пацаны, это будет по 1 000 000. То есть я поднял, пацаны, 10 000 000. 10 000 000 я поднял с рулетки, пацаны. Я не знаю, типа, оставлять мне себе бэху или нет. Наверное, в следующей серии уже возьмем ее, оставлять ее или нет. Но у меня как бы 2, я одну могу продать, одну себе оставить. И можно будет ее затюнить, в принципе, заняться тюнингом. Но я не знаю, пацаны, будет ли мне интересна эта машина, либо будет вам интересна эта машина. Поэтому пишите, короче, в комментариях. Ну, в итоге, пацаны, я поднял, грубо говоря, 10 000 000. 10, мать его, 1 000 000, пацаны. Выбил 2 машины и денег 8 000 000, пацаны. Ну, почти 8 лямов. Я реально очень рад, наконец-то у меня хоть появились деньги. Все, пацаны, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока.